утро, Раф, товарищи. Он пишет тут такой отрывок, что мы должны намереваться, что когда мы занимаемся Торой и заповедями, чтобы наше вознаграждение было, чтобы благодаря этому мы вышли из Египта и рабства, получения ради себя, и чтобы из-за этого произошло наслаждение для Творца, и поэтому мы выполняем Тору заповеди. То есть то, что он здесь пишет, в общем-то, относится к намерению. Что такое намерение, когда человек делает Тору, выполняет Тору заповеди? Для чего он должен это делать? Так же, как и ты спрашиваешь, для чего ты это делаешь? Что человек должен сделать, чтобы выйти из Египта? О чем он должен думать? Что ты хочешь выйти? Выйти желание получать? Да. Но я знаю, что это не поможет. Так что еще должен делать, кроме намерения? Тебе нечего делать, кроме намерения. Но намерение должно быть именно полным намерением. Что значит полное намерение, о котором вы говорите? Что-то, что, с помощью чего ты действительно выходишь на желание, из желания получать ради себя. Я хочу понять само собой намерение, само по себе. Когда я сижу со своей десяткой, это может меня вывести из Египта или должно быть еще какие-то действия физические, когда я сижу в десятке? Может быть, и физические действия тоже, но это просто... вторично. Спасибо.